Короче, мы поехали на экскурсию. Затерянный город. Да. Всем привет, у нас экскурсия, короче, началась. Затерянный город. Время сколько? 6:43. Начинает потихоньку расцветать. Выехали в 4 утра. В темноте ехали где-то час. Сейчас на заправку заехали. Пописить там все дела. Сейчас дальше поедем. Сегодня вас ждет джипы, потом квадроциклы, верблюды, дайвинг. Короче, много интересного, так что заваривайте что-нибудь покрепче и поедем путешествовать с нами. Продолжаем нашу поездку. В сторону заповедника ехать нам еще минут 30 с сопровождением полиции. Город, возле которого мы сейчас находимся, называется Дахаб. Здесь началось развитие, как и на юге в Шарм-эль-Шейхе, после заключения мирного договора между Египтом и Израилем. Если посмотрим направо, там школа есть, один этаж, окружает его стена. Школа начальная. Хочется учиться, писать и читать ходят дети. Не хочется тратить свои года жизни, ходить в школу, со школы, за уроками. Тогда можно в мечеть ходить, учиться, писать и читать, и все. Ребят, привет. Приехали мы в затерянный город. А сейчас будем мы кататься. Джипы, да, вот джипчики стоят. Эти. И квадроциклы стоят. Ой, вы не поверите, всю жизнь мечтала на квадроцикле прокатиться. Ура! Мечта сбылась! У-ху-ху-ху-ху-ху. Какая кнопка где? Газулька, это тормоза. Вот газ. Газ? Вот это газ? Нажимаю, поедете. Это передний тормоз, это задний тормоз. Летать на вот этих аппаратиках. Температурка такая, знаете, прохладненько немножко. 16. Ну, потому что сейчас 7:50 только. Тренировочный круг делают. Первая группа, те, кто по двое. Мы следующие. Мы сейчас сейчас по верблюдам. Вот, кстати, вот Михаил, Женя вот, и Шон, американец. Катается верблюд, катается. Потом, когда садимся, держимся спину назад. Заплатили за подъем и за посадку. Хотите кормить верблюда после катания, пожалуйста? До катания, пожалуйста. Хотите фрукты отдать ребенку? Тут очень много немых и глухих. Они женятся между собой и поэтому рожают детей с проблемами со здоровьем. Это у них обычно, традиция такая. Поэтому хочется ребенку шоколадку после катания. Фрукт после катания. Договорились? Ялла, поехали. Ялла, ригала. Ялла, ригала. Айва, пошла. Не шевелится. Привет, это Жека? Наташка, наверное.
Не едет вообще. Какое-то необычное ощущение на верблюде, конечно. Как-то так. Неудобно чуть-чуть сидеть. Если честно, я что-то волнуюсь на них ездить. Камера на шлеме, я думал, мы будем сначала гонять на этих, на квадриках. Сразу напялил. Так, если сюда поедете, берите, знаете, что? Ну, какую-то сумочку, куда класть телефон, вот эти всякие мелкие вещи. У меня селфи-балка на прищепке и в ноге там спрятана. Так что что-то берите, потому что сейчас будут гонки, все дела. И... Что, тебе тепло? Нормально. Ну, вот какую-то кофточку берите с собой. Кепку не берите, мешает только. Лучше платок купите у них, этот волшебный. За доллар они продают. Доллар, два, по-моему. И все, и с ним гоняйте везде. Очки и очки. Платки не брали, мы маски вот наши, питерские, от ковида. Они на своих... Сестры, все понятно, кроме смешательства, да, все понятно. И не учиться на ошибках. Этот не мой, будет жениться на своей сестре. Печально. И будут рожать тоже брат. Ребята возвращаются. Камера прямо? Да. Да, вот задний, вот передний. Это газ. Газани чуть-чуть. Чуть-чуть. Одевайтесь, потому что ну, ветерок все равно. Ну, ветерка нет, но прохладно, короче.
так, Люда, так, Ира, так, я так, то не видно. Ланд Крузер? Вот так, вот так, вот так. Ладно, как идет машина. Экскурсия в каньон, все ребята пошли, мы сейчас на скорпион не наступить только. Привезли нас на сафари джипах, на ранжровер. Начинаем наш спуск. Ущелье какое-то мощное. Кроть все скорпионы, змеи и вараны, короче. Потихонечку. Камни скользкие, на них песок. Потому что будете здесь ходить аккуратней. Так, лесенка, на ней песок, говорят, скользко. На самом деле, нет, не скользко. Конечно, люди свиньи. Ну, может, и ветром наметает сюда, отовсюду. Вот так вот. Это ему... Он сказал, сколько 3 миллиона лет ему? Ну, что-то много. Тут, может, в змеях, тут могут змеи сидеть, да, в дырках? Альтуху бомбануть. Ага. И здесь меня и похоронят. Становится тепло. Да. Солнышко такое прям прекрасное. Почему у нас в Питере нет такого? Ну это потому, что чтобы мы вот сюда приехали и это увидели. Понимаешь? Там поснимать негде с квадрокоптера ничего. Я рассказывал, пока собираются. Такое эхо прикольно. Вот здесь клип снимать какой-нибудь, да? Сатана на квадрокоптер. Днем и ночью снимать клип. Клипа. Да, не, я на пятки возьму. Да, подвижек наша мама стала, и она же скоро в модели. Да, хоть хасала нормально. Вот отсюда красиво получается. Кто любит делать эхо, пожалуйста, можно собраться, сделаем вместе. Справа огромная скала с головой. На кого похоже? Сфинкс. На свинкиса. На свинкиса. Сколько стаканов чая?
Один? Один. Давайте посмотрим, куда сфинкесы смотрят. Сфинкесы смотрят туда, на гору. А кто там на горе на сфинкеса смотрит? Утка. Верблюд. Собака. А, или собака. Похоже на собаку? А да. У меня утка. Нос длинный. Да, нос длинный. Вы нам собака. Дали мало рыбы для вас. Какая собака? Отсюда. Отсюда видно. Вот и сфинкес. Огромная скала справа, где выход от каньона. Голова сфинкеса смотрит на гору. Там есть и собака, или египетский шакал. Рядом с головой рыбки. Именно туда. Вот. Рядом на 1.5 метра еще голова бегемота или верблюда. Смотря сколько стаканов чая. А тут маленький слон, камень какой-то возит. Все, приехали мы. Дорогу скрыл. Рассказывал. Что говорит? Молодец такой умный. А я сплю как муха. Рассказывай. А, что рассказывать-то? А, всем, ребята, всем привет. Мы приехали на морюшко. Это у нас до сих пор экскурсия продолжается. Мы сейчас погружаемся под номером 4, под номером 5. И у нас будет дайвинг. Обедик сначала. Бумажечки надо заполнить. Короче, все вот так. А, забыл, что наша лодочка называется «Принцесса». Расскажи, что про кораблик-то? Про корабли. Двухпалубная у нас яхточка, кораблик, принцесса. Вкусный будет обед с морепродуктами. Ура, наконец-то! И представляете, и дайвинг. Первый раз в жизни. Я надеюсь, что все будет ок. Все символы там окей. Наверх, вниз. А, о, чик-чик, продувка. Я все запомнила, если у меня рот раскроется, как всегда, конечно же. Надо сделать вот так. Пым, на кнопочку нажать. Вот так вот. Все помню, все будет круто. Так. Погодка распогодилась, о. Потеплело. Море. Уважаемые, это наша яхта, это последняя яхта. Корабль «Принцесса» кроет. Мы войдем по мостику и прыгнем. И мы начинаем. Мы вдвоем записались, да. Фамилия, имя. Номер комнаты в отеле. Можно поближе, пожалуйста, включить инструктаж? Давайте, пожалуйста, поближе, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Я
Меня зовут Манду, я буду вашим инструктором сегодня. Манду, как Манду. И мой коллег Хорас. Здравствуйте всем. И тоже мой коллег Мухаммед. Здравствуйте всем. Последний, самый лучший, хороший капитан. Здравствуйте, капитан. Погружаться или погружение очень легко. Не нужно тебе хорошо плавать, не нужно тебе нормально плавать. Если ты первый раз, можно погружаться. Если ты плохо плавать, можно погружаться. Не страшно. Первый. Акваланг. Что такое акваланг? Это баллон, жилет. Это называется регулятор. Регулятор 4 шланга. 2 направо, 2 налево. Первый шланг это сколько воздуха в баллоне. Это не тебя, это инструктор работы. А второй, который желтый, это называется компенсатор. Я нажимаю тут. Поднимается, и я нажимаю тут. Спускается. Тоже это не тебя, это инструктор работы. Ты просто дышай. Как дышай под водой, дышай под водой. Это дышай через руку. Спасибо.
какой? Да я хочу туда пройти, мне не дают. Ой, страшно мне. Только не нырни, у тебя маска нет. Там не глубоко, видишь? Супер! Спасибо. Пожалуйста. Ялла бако! Thank you.
ничего не забыли. В автобусе же пакеты, сумки. Ну что, ребятки, вот снова мы покатались, мы, значит, на прекрасной лодочке. Принцесса ее зовут. Самая крайняя. Самая крайняя. А у нас свершилось сегодня погружение под воду. Вы знаете, это просто чудо какое-то. Никаких сложностей. Все понятно. Вот даже футбольчик чуть-чуть сыграну. Вот. Все круто. Вот такие рыбоньки, кораллушки. Погружались мы с аквалангом. Да, с аквалангом погружались. Все вообще, все понятно, все замечательно, все легко и просто. Ну вот как-то так.